Для вручения наград на сцену приглашается кандидат педагогических наук, профессор, чемпион СССР, чемпион Европы Петр Юрьевич Галкин. The ceremony is held by Peter Galkin, professor, candidate of pedagogical sciences, champion of the USSR, European champion. А также олимпийский чемпион 80-го года в Москве, чемпион Европы Шамиль Алтаевич Сабиров. And Шамиль Сабиров, European champion, Olympic Games in Moscow champion. За третье место награждается Сандан Санданов, Россия. Сандан Санданов, Russia, is the bronze medalist. За второе место награждается Жусуп Баешбек-Уулу, Россия. Жусуп Баешбек-Уулу, Russia. Is awarded as the silver medalist. Он получает денежный приз 30 тысяч рублей. He also gets a sum of 30,000 rubles. Победителем турнира становится Рашид Янгазиев, Россия. Рашид Янгазиев, Russia, is the tournament's champion. Кубок чемпиона, золотая медаль и денежный приз 60 тысяч рублей. He gets the cup, the gold medal and the sum of 60,000 rubles. Также все призеры получают специальные подарки от компании AsiaPro. All the prize winners are also getting gifts from AsiaPro company.